Вот, пожалуйста, видно отсюда, да, как внизу вода там течет. Достаточно большая высота. Вагончики сейчас не работают, но, видимо, народ не набрался еще пока. И вот там, пожалуйста, вот идет вниз, так идет река туда дальше и уходит вниз туда, в сторону города. Вот там город. Вон там полянка, это парк. Там в парке, в принципе, тоже красиво, но у меня уже есть видео из этого парка. Более подробно вы можете посмотреть по ссылке в описании. А тут можно посмотреть на саму дамбу. Также вот находится вот там один лифт. Пойдем на лифт, сейчас зайдем. В принципе, лифт достаточно хороший, мне нравится. Быстро поднимает и без всяких проблем. Ну, река, сами видите, вот далеко идет. Там вот еще одна плотина стоит внизу. Поэтому если, скажем так, будет прорыв, то та плотина, по идее, должна сдержать. Как бы. Я не знаю, как у них на что рассчитана там она, насколько. Но в целом там неплохо так сделано. Ну, такая масса воды здесь находится. С этой стороны это водохранилище. Вот Interline 1, Interline 2. Это вот можно на них вниз спуститься. Здесь прям большая высота. Можно, конечно, пешком спуститься, но лучше на лифте. Там вот лифт, он бесплатный, а вот Interline он платный, насколько я помню. Сейчас, кстати, проверим. А, да, вот, для одного человека 300 йен. Сюда уже видно, да? Вот, пожалуйста, здесь у нас находится спуск вниз. Хорошо бы было на санках, кто-то, наверное, на лыжах покататься, когда зима. Я думаю, очень скоростной будет спуск. Пожалуйста, вон, едет вагончик. Мы наконец-то дождались, когда он будет вверх ехать. Вот так выглядит завод управления. И как это, управление дамбой. Здесь находится аппаратная. И руководители здесь также сидят. Это Миягасе дамба. Красивый вид открывается здесь. Это дамба как раз. Мы находимся на самой дамбе, прям непосредственно наверху. Музей, можно так сказать. Музей этой дамбы. Значит, работает поезд. Вот только я выключил, все встало сразу, потому что энергии нет. А это у нас, а это еще ярче, он быстрее поехал. АС-2. На 2 не, никак. Оп, и встал. Вот так вот здесь. Вот там внизу вон крутится, вон турбина. Внизу турбина крутится, сверху вот генератор стоит. Вот. Сверху вот генератор стоит. Вверху. Здесь вот вся схема показана, как работает турбина, как чего. Вот вода куда поступает. Гидроэлектростанции, вот то, что тут обозначены, вот они. Вот это, значит, вот это все гидроэлектростанции. И вот там внизу, тут на реках, здесь очень много стоит дамб, очень много гидроэлектростанций. Это вот интересная схема такая. А вот сверху вода. Хочешь, киловатт вырабатываешь, как-то. Потом это все можно куда-то потратить. Да. Но оно показывает, сколько секунд там на циферблате идут, количество секунд, сколько надо крутить. Потом показывает, сколько у тебя там очков будет. Но сейчас освободиться попробуем. Вот, вода побежала, смотри. Вот. Только один очок. Нет, два вот уже. Два, три. Вот, набирается. 4, 5. Сейчас вот вентилятор закрутится. Вот, вентилятор закрутился вот вверху. Вот здесь вот внизу такого мини-ГЭС. Вода вниз стекает и крутит турбину. Соответственно, эта турбина вращает генератор, который вот запитывает вот эти диоды и вентилятор.
идет, вода там уходит сейчас сверху. Ну и другая, естественно, набирается, так круг повторяется. Одной рукой крутишь, другой качаешь. Нет. О, этот выиграл. А, плохо работает. И больше не вытаскивается, да? Да. Короче, в общем, плохо работает эта штука. Ладно, пойдем дальше. Вот интересная штука на... Показано, как идет через плотину, значит, вода. То есть вот здесь вода набирается, спускается вниз. Здесь, значит, находится у них контрольный пункт. Вот, соответственно, и вот вода, вот здесь вот опять раз набирается вот из этого озера, туда уходит, потом обратно уходит. То есть, ну, они как бы так гоняют туда-сюда. Подземные реки и водопровод, соответственно, до домов, там, до зданий, до заводов. Там показано, как оно работает. Вода вниз идет. Показано, как работает турбина, как работает все. Ну, также здесь находятся еще и другие как бы места. То есть, например, вот здесь показаны разные праздники, мероприятия, которые здесь были. Также здесь показаны разные карты. Как все это выглядело задолго до того, как построили дамбу. Это очень интересно. Там, кстати, да, еще впереди. Ну, вот сейчас здесь еще глянем. Мне интересно, вот понравилась здесь карта есть на этом. Вот такая трехмерная, как бы вот видно, если. Интересно сделано, гора Фуджи здесь. И вот такой вот спуск, такая долина там Токио. А здесь вот горы идут. Ну и само это озеро. Это озеро у нас вот где-то здесь, вот эта дамба, по-моему, вот где-то в этом месте. Точно я не помню. Ладно, погнали. Так, здесь показано, какие животные водятся, змеи и так далее. Вот, пожалуйста, там хибикари. Много змей, много. Вот даже гремучая есть змея. Летучие мыши. В общем, весь набор паразитов всяких. Вот тут внизу всякие насекомые. Такого плана. Ну что ж, погнали дальше. А тут у нас еще. А здесь вот это типа игры. Вот управляешь джойстиком. Влево, вправо, вверх, вниз. И проектором вот показываю, куда, что, как. Тут тоже дети играют. Дети играют тоже в игру вот на компьютере. Там мышками вот управляешь. И она все показывает, рассказывает. Интересно, кстати, сделали. Очень познавательно. С детьми прям в самое то сходить сюда. Да и просто так для себя интересно, как это все работает. Он показан на карте, где эта точка. Вот, пожалуйста, тут Йокогама. Тоже водохранилище Йокогамы. Здесь находятся дальше очистные сооружения. Вот у меня, по-моему, даже есть на видео одно из них. Не соврать, вот это вот, по-моему. А, нет, вот это. Вот это сооружение у меня есть на это самое на видео. Я до этого снимал с квадрокоптера. Если вам интересно будет, гляньте. У нас времени, кстати, не так много осталось. Показано, что вот труба, по которой вода течет, вот ее диаметр реальный. Как вы прокладывали, здесь вот написано. Находится на глубине от 12 до 35 метров. Вот диаметр 2,6 метра. Вот показано, как работает фильтрация, система фильтрации. Все потянул. Вот, пожалуйста, показано, как вода проходит через первую систему фильтрации, как отстойник.
второй вот уровень потянул, вот, пожалуйста, заработал второй уровень фильтрации. Третий уровень вот заработал. Вот переворачивает, показывает, как грязь. Грязь начинает стекать. Таких как раз очистных сооружений. Она идет сюда. Дальше тут уже фильтр тонкой очистки. Вот 5-6. Все последнее. Это уже тут идет какая-то молекулярная очистка. Очистные сооружения можно посмотреть. Вот, вот оно все загорелось. Вот уже через насос поступает в город. Также здесь вот ходят такие вот небольшие катерки прогулочные. Там пристань стоит. И туда вот по этому озеру они катают людей. Очень даже удобно. Насчет цены я не знаю, но насколько я помню, было в последний раз около 1000 или 1500 на человека. А также здесь можно посмотреть, как сама... выглядит сама турбина, то есть, ну, вид сверху, естественно, вниз туда мы не сможем занырнуть в данный момент. Ну, вот так вот выглядит, в принципе, здесь решетка. И уходит вниз туда глубоко эта конструкция. Да, потрясающий вид отсюда открывается. Видно, как эти два вагончика там катаются вверх-вниз. Сейчас уже дамба скоро закрывается, вот объявление только что было. Осталось буквально тут минут 5-10. Такой вот потрясающий вид с этой стороны. Очень красиво. Панорама такая красивая, хорошо прям все видно. Там вот парк на холмике, на том... Ну вот, в принципе, и все. С вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в следующих видео. До скорых встреч!